Добрый день, уважаемые зрители. Я Шулкина Галина, специалист висцеральных практик, тружусь в центре Агулова. Специализация моя – акушер-гинеколог. В связи с этим мы сегодня обсудим некоторые аспекты женского здоровья в разные возрастные периоды. Начнем с детства. Детство включает в себя период внутриутробного развития и до 16 лет. Вы не ослышались. Внутриутробное развитие тоже включено в этот период, потому что есть исследование Георгия Иосифовича Брехмана, который выяснил, что ребенок, находясь в животе мамы, может видеть безглазным зрением, слышать и чувствовать все, что чувствует мама. Родившись, ребенок тоже зависит от состояния, от погоды в доме, от взаимоотношений родителей. Если ребенок заболел, то нужно посмотреть, все ли в порядке между мамой и папой. Важный вопрос – грудное вскармливание. Оно очень полезно. И не нужно ограничивать его какими-то временными рамками. Сколько ребенку нужно, столько его и нужно кормить. Почему? Потому что в раннем младенчестве ребенок, появившись на свет, должен получить информацию какую-то. Как он ее получает? Он ее получает с трансферфактором, находящимся в молозиве матери, который выделяется в первые минуты после родов. Поэтому первые 10 минут, как минимум, ребенок должен находиться около мамы. В это время он получает информацию от мамы, из маминого молозива, и обсеменяется флорой, находящейся на теле матери. Она становится для ребенка родной. А второй немаловажный аспект грудного вскармливания, который нужно учитывать в последующей жизни, то, что ребенок получает и питательные вещества, и воду одновременно. И когда ребенок перестает кушать мамино молоко, начинает кушать ту пищу, которую едят родители, тело его иногда путает. Оно хочет пить или оно хочет кушать? Разум не понимает. Поэтому прежде чем ребенка покормить, когда он этого просит, вы обязательно напоите его свежей, желательно не кипяченой водичкой. И тогда будет понятно, действительно ли хочет ребенок покушать. Сейчас воду многие родители заменяют другими напитками, и в том числе газированными сладкими напитками. Имейте в виду, что они имеют низкую кислотность, и на нейтрализацию этой кислотности, чтобы сохранить буферную систему крови, организм расходует большое количество микроэлементов. Это нужно знать и имейте в виду. Роль воды в нашем теле велика, поскольку наше тело на 90-70% состоит из воды. Причем нужно отметить, что у ребеночка тело на 90% состоит из воды. Чем тело становится старше, тем воды становится, к сожалению, меньше. Это как раз от того, что у нас не сформирована привычка пить воду. Вода не поступает в клетку, биохимические процессы замедляются, кровь сгущается, токсинов в теле накапливается, организм закисляется, старение происходит быстрее. Поэтому пить воду обязательно. И об этом очень хорошо написано в книжке «Ваше тело просит воды», автор которой Батман Хилидж, индийский доктор. Прочитав ее, я думаю, вы зауважаете воду больше. В любом количестве кормить ребенка можно только грудным молоком. А пища, которую принимают взрослые, нужно обязательно отслеживать количество и качество этой пищи, потому что оно влияет на состояние здоровья. Еще один очень важный аспект, влияющий на здоровье человека, это прививки. Много мнений на этот счет полярные. Прежде чем прививать детей, родители должны очень хорошо изучить этот вопрос, потому что они берут на себя ответственность за жизнь, которую они запускают. За ребенка, которому они формируют будущее. Так вот, один из авторов, который очень
глубоко знает этот вопрос, Галина Петровна Червонская, иммунолог с большим стажем. Посмотрите ее интервью, ее в интернете, ее видеоролики. Следующее интервью, несущее важную информацию, на мой взгляд, интервью Джона Рапопорта с бывшим производителем вакцин, который занялся изучением этого вопроса после того, как умер здоровый ребенок его друга, получив аналог вакцины ЭКДС. Принимать или не принимать решение вакцинировать ваши родители, и вы несете за это ответственность. К слову сказать, есть возможность минимализировать отрицательный эффект, возможный отрицательный эффект от этих вакцин, в частности, гомеопатический препарат ТУВИ, который нужно принять до и после вакцины. Довольно частая ситуация, возникающая у деток, у девочек в детстве, это бели. Бели и покраснение наружных половых органов. Тут нужно откорректировать гигиену, посмотреть, что не так, и обязательно исключить наличие гельминтозов, в частности остриц. Симптомы, характерные для гельминтозов, это вечерний и ночной кожный зуд, наличие зуда в анальной области, пятнышки на ногтях, сгрызанные под корень ногти и скрип зубами по ночам. Если вы обнаружите какой-то из этих симптомов, сделайте диагностику на наличие гельминтов, особенно в тех семьях, где есть животные. Наши любимые питомцы приносят нам много положительных эмоций, но могут и быть источником заражения гельминтами. Тестирование проводится на основе резонансных техник. Каждый организм имеет свою базовую вибрацию, и наличие посторонних, чужих вибраций может свидетельствовать и показать нам, что есть паразиты. В нашем центре есть такие возможности. Пожалуйста, обращайтесь, если необходимо. Специалист поможет откомментировать эти и скорректировать эти изменения. Возникают вопросы, связанные с менструальным циклом. И первый вопрос – когда должна начаться менструация? В среднем в нашей полосе менструация начинается в 11-13 лет, но возможны варианты 5-8-10 лет, 15-16 лет – тоже не патология. Все решается индивидуально. Длительность менструального цикла в среднем составляет 20-36 дней, серединочка – 28 дней, чаще всего. Встречается такой цикл, и довольно часто начало менструации совпадает с полной луной. Советую родителям научить девочку вести менструальный календарь. Ну, больше это относится, конечно, к мамам. Вот. Потому что это может пригодиться в ее будущей женской жизни. Менструальный цикл отсчитывается от первого дня начавшейся менструации и заканчивается последним днем, предыдущим днем, перед следующей менструацией. Длительность менструации в норме 4-5 дней. 4-5 дней не обильная. Часто задают вопросы и обращаются с проблемой болезненных менструаций. Это связано с напряжениями в теле, это связано с недостаточным кровоснабжением матки, это связано с недостаточным кровоснабжением малого таза в целом. И эти вопросы очень легко решаются с помощью висцеральных практик, при подключении герудотерапии и траволечения. Пожалуйста, обращайтесь, поможем. Еще частые вопросы, связанные с менструальным циклом, это нарушения, различные видов нарушений этого менструального цикла. Чтобы понять, какая у девочки базовый фон свой гормональный, есть простой функциональный тест. На нынешний момент, который не проводится, но он очень информативный, и я советую вам его провести, если есть нарушение менструального цикла у девочки. Называется он «Измерение базальной температуры». Берется обычный термометр, но один. Одним и тем же нужно пользоваться. Можно даже ртутный. Любой. И измеряется температура в прямой кишке в одно и то же время суток.
чаще, посмотрите, когда ребенок чаще всего просыпается. Вот в это время нужно эту температуру померить. Ребенок не должен встать с постели, не должен мочиться. Лежа, померили температуру в течение 3 минуточек и записали. Дальше рисуется график. Как это делается, в интернете написано очень понятно. И вот измеряется температура в течение 3 месяцев. В результате 3-месячных измерений базальной температуры у вас получится некая кривая. Вот оценить эту кривую может специалист. Она довольно информативна и позволит вам, позволит специалисту назначить какие-то корректирующие средства без дополнительных лабораторных исследований. Мы плавно перешли к репродуктивному возрасту. Цель этого возраста женщине – стать мамой. Понятно, чтобы стать мамой здорового ребенка, мама должна быть сама здорова. А тут уже нужно учитывать много моментов. Это первое и одно из самых важных – это питание. Нужно понимать, какие продукты закисляют организм. То есть нужна грамотность в этом вопросе. Один и еще один немаловажный аспект – это достаточно физическая нагрузка. Показателем правильной физической нагрузки является учащение сердцебиения в 1,5 раза без сопутствующей одышки. Это тренирует тело, способствует распаду накопившихся токсинов и не провоцирует накопление молочной кислоты и прочих токсинов при больших, что возникает при больших физических нагрузках. Возникшие необходимости коррекции состояния здоровья травами, есть универсальный, хорошо работающий сбор номер 10 по Трескунову, включающий в себя зверобой, ромашку, тысячелистник по одной части, мяту и подорожник по половине части. Желательным условием для сохранения здоровья являются водные процедуры и, в частности, контрастный душ. Контрастный душ должен быть комфортным. Разница температур должна нарастать постепенно, чтобы не вызвать обострения каких-то скрытых или хронических заболеваний, или возникновения новых. Немаловажный аспект сохранения здоровья – это периодическое голодание. Есть разные виды голодания. На мой взгляд, хороши одноразовое. Одноразовое имеется в виду один раз в неделю голодание в течение 36 часов. И ежедневно 16-часовой перерыв в приеме пищи. Они очень хороши, помогают очиститься телу от лишних токсинов и ускорить биохимический процесс. В этом видео мы поговорили об особенностях здоровья в детском возрасте. В следующей части видео мы обсудим особенности более старших возрастных групп. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их. Мы ответим на них в следующем видео. Всего вам доброго. Любите и уважайте свое тело. Научитесь его благодарить и будьте счастливы.